Привет всем, с вами снова Денис Рем. Сегодня мы осматриваем Volkswagen Touareg. На пневме я вижу и с зеленым ключиком. 247-460. Как бы не по-детски уже. Ну и в принципе смотрим, что и как он. Сиденье немного потрескано. Давай, наверное, заведем сначала, чтобы много. Салон прокуренный. Четырехзонный климат. Кожаное сиденье. Ну что, я тогда фотографирую. О, вот он, вот он, вот он, вот. Алло, Азат, привет. Видишь меня? Вижу. Да, давай пройдемся по машине, смотри. Сейчас я переверну камеру. Давай, вот так. Заднее сиденье. Вот оно. Четырехзонный климат, да, ты видишь у меня? Да, видите, да. Да, вот здесь поцарапано. Да. Или от сиденья. Да, либо да, засовывали сиденье. Скорее всего, сиденье, потому что ремнем такие полосы не сделаешь. Вот, пойдем вперед, сейчас покажу. Вот. Пробег у него сейчас 247-460. Ну да, он тут нормальный. Да, да. И сейчас поднимаем. Поднимается быстро. Компрессор работает хорошо. Так, сейчас опускаю. Все, пошел опускаться. Тут работает. Баста сверху, да? Люк. Ну и мотор работать ровно, шепчет, да? То есть без проблем. Сейчас пойдем к мотору. Тут трещины. Судя по тому, что он даже бампер менял, Volkswagen, он должен. Ну да, он как бы следит за ним, да. Пойдем под капот, поглядим. Стоит. Вот из этого шланга видно, видишь, он сочится. Нормальный глядит. Ну да. Там все нормально. Эти ролики не свистят ничего, да? Нет, ничего не свистит. Надо спросить, когда ремень. Ну видно свежий ремень. Там внутри. Видишь? Надо спросить, когда оно у меня. Да, наклейки, наверное, будут где-то, нет? Не, наклеек нету здесь. ECTF. Он сам механик, он сам делает. А, я понял. Это механика вот с этого гаража здесь. Угу. 142 900 он делал последнее масло. Вот, но я тут не вижу потеков масла по движку. Но он видно, что он не мытый, да? Да, он не мытый, он такой, да, как он есть. Да нахер он должен, да еще мыть его. Вот бампер красили. Бампер красили. И, по-моему, здесь, если я не ошибаюсь, менены этот. Конденсатор, да. Видишь? Значит, он новый, слава богу. Ну да, он то есть не ржавый, не забитый. Сейчас посмотрю, бился он или нет. Нет, тут все в оригинале. Фары старые. А? А, старые, ну, в таком.
Ну да, не мененный, то есть не бился. Там свежий патрубок, я смотрю, вижу. Он там стоит. Видать, с климой что-то он повозился, походу. А где компрессор? Вон он. А компрессор бежит, смотри. Видишь, зеленая? То есть с компрессором может быть беда. Вот так, на месте. Не, масла нету. Капот живой еще, видишь, стоит на месте. Тут тоже. Так, резина. Резина так себе. Тормоза еще есть. Диски так себе. Баллоны. Там тоже все сухо. Нормально. Вот здесь царапина. Видишь, да? Тут тоже небольшая. Резину менять. Тормоза нормально. Тормоза нормально. Багажник. Электрический? Нет. Ну да, тут все в оригинале. Измеряем вот как раз красочное покрытие. Красили вместе с крышкой. 146 пластик. Ну вот. Капот оригинальный. Тоже оригинальный. Тоже оригинальный. Тоже оригинальный. Красили у него вот это крыло. Крышку багажника. Меняли бампер. И передний бампер тоже покрашен. Это так. К сведению. Да, вот видно здесь переход. Давай прокатимся на нем. Паспорт ему дам. Да? Щупать, конечно, хорошо, но нужно делать тест-драйв. Актуарик 2007 года. В следующем году техосмотр. Ух ты, какой он на спорте стал. Резвый. Давай, да. Сколько у меня там заправка? Где у него? Да нормально, там еще полбака. Так, ну что, проверяем зеркала, как обычно по программе. У нас всю электронику пощелкать, потрогать. Все работает. Такая домашняя машина, их еще дал. Но это нам не надо. Так, так, пневма понятно. Ключик такой тоже. Но я бы тоже так делал, если бы это как его. Постоянно руки в грязи, чтобы ключ не марать. Видно, что товарищ рабочий и руль такой затертый, засаленный.
О, подогрев от сидения работает хорошо. Сервисную книжку. Мы проверили ее по истории. У него в Volkswagen делал все ТО. И задний бампер меняли на ТО два раза, меняли лобовое стекло. А потом что еще делали? А, чистили каналы на люк. Ну, такая история, в принципе, нормальная. Ничего странного. Проверим, есть у него ошибки или нет. Ты понимаешь, машина просто находится у механика, и как вариант этих ошибок просто не может быть. Так, заходим, читаем. Хорошо то, что этот Volkswagen читает быстро, не как BMW. Он врук и протокол сразу вытаскивает, есть ли или нет. Искать протокол. Да, склонности к ней, ага. Да, нету кузов неисправности. То есть чистый. Видишь, вот и прочитали, ты боялась. Все нормально. Выключаем зажигание, вытаскиваем ОБД разъем. Нравится, вот BMW прочитать ошибки, это просто жесть, это минут на 20. Мерседес тоже быстро. Надо за BMW дороже брать, походу. Дольше же, правильно? Едем дальше. Два раза стекла меняли, еще раз менять надо. Вообще не везучий Touareg. Фары одинаковые, смотрим, да, то есть они синим горят. Ни один не зеленый, не желтый, или там еще какой-то цвет другой. Все нормально. Да. Вот и проверим все протронуты. Надо проверили и рулевое, и парктроники. Так, теперь побольше бордюров. Так, а что у нас с климой? Он там делал что-то. АЦ включено. Давай включим похолоднее. Потому что там видно, что он менял систему. И надо проверить это. Да, работает. Да, выключаю, да? Компрессор работает. И это хорошо. Так, ну что, скол. Три крашен, четыре крашенных элемента. Седьмой год, пробег почти 250 тысяч. Вот, но едет, в принципе, нормально, без проблем. Поедет в Латвию машина, если, конечно, она. А я пока ничего не вижу. Та-та-та-та-та-та! И мы оформляем эту машину, надо только договориться. Не, ну нормально, в принципе, мне нравится. Были на спорт. Комфорт, попробуем на комфорте. Тут что у нас? Тут мелочь. Зарядка зажигалки. То есть видно, что человек в машине не курит. Почему тогда воняет здесь? Как не курит? Ну, здесь пепельницы нет. А, в этом смысле? Да, в окно стряхивает. Я просто всегда думаю, взял бы я себе такую машину, если бы я смотрел себе, но машину с пробегом 250 тысяч я бы не взял. То есть для ее пробега она, в принципе, в нормальном состоянии. А так я и скажу клиенту. Не, работает, смотри, нормально. Стой. Да я вижу. Каен С, нифига себе. Сейчас продам. Так, а информация. Так, система, давай посмотрим. Тихо. Давай посмотрим, есть ли у него другие языки. Ух ты. А, нет, нифига нет. У него языков нету много. Только. Ладно.
Да, чехол. Но походу, чтобы не марать, потому что руль, видишь, он такой затертый, видишь? Да. То есть вот это надо мыть, все, это грязь. Ну, вот. Лучше так, чем когда... Ну да, вот здесь вот немного такой побитый. Часы или что это, не знаю. Пока не говорил, нет. А, крашеных, кстати, у него крашен, получается, два бампера. А, заднее крыло, там, где лючок. И дверь крашена задняя. Вот. Четыре элемента получается. Это у нас как бы не сильно. Ага. А так по технике нормально едет, без проблем. Я сейчас еще поднял его, сейчас загляну под низ, полажу, посмотрю. Сухо. Эти, конечно, ржавые стойки, но сухие, не мокрые. По-другому не будет. Вот. Снизу тоже не видно, что он по грязи где-то, по земле, кусков земли нет. Нет, тут тоже сухо все. Нормально, вот здесь вот порвал. Тоже нормальные идеи. Ну как бы да. 250 тысяч все-таки. Вот, и крашен вот бампер, дверь. Это, видать, красили вместе. И вот крыло. Слушай, в субботу это не работает, где номера дают, да? В субботу нет, только в понедельник. И в пятницу не работает у нас, 1 мая. В принципе, что хочу сказать по этой машине. 250 тысяч. Пробег все-таки говорит о своем. Там царапина, там царапина, там... Но по технической части автомобиль, в принципе, нормальный. Поэтому мы рассматриваем покупку его. Вот. Ездить будет дедушка на нем в Латвии. Надо резину. Это еще как бы можно поездить. Укатать ее до конца лета. А потом придется поменять. Сейчас скайп пытаюсь включить. Связь. Вот и... Вот такой вот короткий осмотр. Сильно бился он, нет? Там только бампер. На Volkswagen писали, что только бампер поменяли. Фаркоп, давай фаркоп проверим. Договорились. В понедельник забираем его отсюда. Он ездит на нем уже 3 года. Наездил 5000, ой, 50 тысяч километров. Купил себе новый Q7 и продает Touareg. Вот такие вот дела. Так что в понедельник приедем сюда забирать его. А, купили мы его за 10800. Вот так. Большое за то, что ты посмотрел это видео до конца. Нажав тут, ты можешь посмотреть одно из наших последних видео. Либо ты можешь посмотреть наши плейлисты и увидеть там и услышать интересную информацию об автомобильной жизни Германии. Также ты можешь подписаться на наш канал, либо перейти на наш сайт, где ты увидишь таможенный калькулятор России, там полностью информация об автомобилях из Германии в другие страны. С вами был Денис Рем, до новых встреч, пока-пока!